Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Всем привет! С вами я, Алиса, и сегодня я продолжаю новую рубрику на канале. Ее название «Топ-13 самых-самых». В каждом чарте я рассказываю о модных трендах в линейке кукол Monster High или Ever After High. В первых двух видео я вам рассказывала о топ-13 самых дорогих кукол Monster High и Ever After. Ссылочка на видео будет в описании. А сегодня у нас будет топ-13 самых желанных кукол Monster High. То есть в этот чарт попали куклы, интерес на которые был больше всего. Их заказывали Деду Морозу, на 8 марта, дни рождения и другие праздники в течение последнего времени. В общем, это куклы, которых вы хотели больше всего. Задерживаться мы не будем. Начинаем! 13 место нашего чарта достается сразу двум куклам: Ави Троттер из серии Freaky Fusion и Гулёппи Дженнингтон Freak Du Chic. Авия – это удивительная кукла. Она гибрид и является наполовину гарпией, наполовину кентавром. Тем не менее, она выглядит потрясающе. Гулёппа Freak Du Chic – это первая высокая кукла в коллекции Monster High. Ее рост – целых 17 дюймов, это порядка 43 сантиметров. Интерес к ней обусловлен большим размером, а также наличием большого количества точек артикуляции на туловище монстряшки. Очень нравится мамам, продлевающим свою молодость. Под номером 12 представлена хотелка Бонита Фемур из коллекции Freaky Fusion. Перед нами красивый гибрид, она дочь человека-мотылька и скелета. У куклы большие крылья, и благодаря им она может стоять без подставки. 11 место в нашем рейтинге занимает паучиха Вайдона Спайдер или Вебарелла из серии I Love Fashion – Я люблю моду. Это сильно ожидаемый второй релиз персонажа в коллекции Monster High после комиконовской. Это некий бюджетный вариант, если можно так выразиться, потому что набор состоит из трех комплектов одежды, обуви и аксессуаров. Довольно оптимальный вариант против Вебареллы с мушкой. На 10 пункте находится дочь чудовищного растения. Это базовая Венера Макфлай Трап. В комплекте есть ее питомец. Это мухоловка по прозвищу Чулиан. Кукла более не выпускается. И интерес на нее постоянен, хотя цена на месте не стоит. 9 место присуждается кошечке Торли Страйп Freak Du Chic. Несмотря на то, что Торли – это самая настоящая проказница, в этой коллекции она совсем на нее не похожа. Канатоходец Торли сильно конкурирует с другими Торами из других серий. Наверное, потому, что это первая после базовой версия куклы в нормальной стандартной коробке с шикарным платьем, зонтиком и подставкой. Ведь до этого были Торы Coffin Bean, спортивная, черлидеры. В общем, такие версии, где из одежды у них были одни тапочки. 8 место отправляется опять-таки же Торли Страйп и уже из коллекции Freaky Field Trip. На радость многим поклонникам в этой коллекции «Чумовая экскурсия» Торли вышла с короткой прической, очень похожей на свою базовую и черлидерскую версию. Именно поэтому она была желанной хотелкой, несмотря на бюджетность этой серии. 7 место по праву принадлежит певице. Это базовая Каста Фирс. Она дочь известной героини древнегреческих мифов, волшебницы Цирцеи. Ее популярность обусловлена, скорее всего, схожестью с популярной певицей Бейонсе. А может и потому, что это первая и единственная колдунья из всего клана Школы Монстров. На 6 месте фаворитка многих поклонников Monster High – это сильно ожидаемый олененок Изи Даун Дэнсер. На Новый год эта куколка была одной из основных хотелок. Ее просили у Деда Мороза, видимо, по аналогии с рождественскими оленями. 5, 4, 3, 2, 1. А теперь мы плавно перешли к 5 самым-самым желанным куклам. Кто же это? И 5 место заслуживает сногсшибательный тройной пэк Cheerleaders.
это три кошечки – Пурсифона, Меолодия и Торолей. Интерес к ним постоянен, хотя выпуск уже прекращен и количество ограничено. Четвертое место переходит Кэти Нуар Скарместер. Кукла была выпущена во второй волне серии «Страшный семестр». У нее яркий наряд, и ее пытаются заменить Кэти Нуар «Пятница 13-е». Бронзовое место занимает двойной сет «Зомби Шейк» с Пурсифоной и Меолодией. Это самый бюджетный набор сразу из двух кошек за все время выпуска кошечек. Этим набором заменили другую, более дорогую хотелку из базовых куколок. Серебряное место отправляется базовому набору с Пурсифоной и Меолодией. Это самый первый набор с близняшками. Не выпускается уже более 2 лет. Сет является хотелкой хотелок каждого Monster High Lover'а. Правда, цена на него растет, как на дрожжах, а количество коробок тает, как снег в Сахаре. Ну и золото получает певица Кэти Нуар, «Пятница 13-е», хотя некоторые причисляют ее к серии «13 желаний» или базовой коллекции. В целом она входит в серии «Ghouls Night Out» – «Ночной выход монстров». Как вы помните, она была выпущена в 2013 году, в сентябре, в пятницу 13 числа. Это самая желанная кукла за все время Monster High. Выпуск ее закончен, и она со своей ценой плавно переходит в разряд мечталок. На этом мне сказать больше нечего. Пишите в комментарии, какие ваши хотелки среди кукол Monster High. Ставьте лайки, если вам понравился топ-13 самых желанных кукол Monster High. И подписывайтесь на канал. Be cool and crazy. Пока-пока!